Всем привет! Сегодня 21 июля 2017 года. Едем мы по трассе дорогу строят, видите. Это слева такой пейзажик вдоль трассы. Это все Италия. Вот такие здесь Альпы. Вам показать со всех сторон. Мне в таких вот ущельях, видите, между горами, хотелось бы полетать, конечно, на каком-нибудь параплане. Именно параплане, чтобы как бы ощущаешь свободу. Типа как ты птица, только что крылья искусственные и моторчик. Обалденные места, красивые. Вот такая пропасть. Справа, слева. Впереди. Высота у нас 200, где ты там? 285 метров, поднимаемся в гору еще, но это немного. Видите, горы тоже лысеют, как мужики. Продолжаем езду по трассе. Высота 347 метров над землей. 34 градуса тепла за бортом. У меня в кабине прохладней. Благо кондиционер пока работает. Европейского времени. Так вот, дорога разделилась. Одна пошла левее, наша пошла правее. Ничего интересного. Вот такие вот мосты слева, по такому мы едем справа. Желтая линия, разметка, идет ремонт участка дорог этого, видите, переходит в белую.
смотрите, какие развязки интересные. Там, там. Это все Италия. Продолжаем движение к австрийской границе. Пою, за рулем делать нехер, чтобы не было скучно, чтобы с ума не сойти от монотонности, особенно по трассам, когда едешь по автобанам. Робот, который косит траву сам. Подкосящий траву.